На елочку бежим. Привет, скажите. Привет. Юль, скажи привет. Идем на елочку, скажи, Юля. Да. Угу. На Тарасову гору. Машина не может выехать, скажу. Помогите. Она не может выехать? Не может. А ну, все, идемте пихать машину. Добро, сделаем еще. В новом году, да. Надо делать добрые дела. Это не факт. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. О, выезжает, выезжает. О, выехала. Три раза пыталась. Не успели сделать доброе дело. Успели рук заработать. Домик смотрителя. Смотрите, у меня есть видео, как делали крышу вот это из соломы. А что дома делать? Надо где-нибудь ходить гулять. То поел, поспал, поспал, поел, фильмы посмотрел. Так и проходит празднование. А это мы идем. Хоть на елочку сходим. Тоже музей Шевченко. Который находится в городе Канев, Черкасской области. Ого, какие здесь кучегуры. Юля, а что ты в сумочке несешь? Подружка Баба Люба. Ты подружка Баба Люба, а ты мама тату, Юля рассказывает. А она народилась в снежку. А, да? Через все она зиму любит. Вот так. Понятно. Юля, кто це в тебе такий собі? Это щеночек. Ага, это твой дружок? Ну да. А, ты его нигде не оставляешь, да? Ну покажи. Ой, он замерз. Смотри, сумочки твои сидит. Я сейчас подогрею вам. А кто тебе подарував такого щенка? Тату. Нет. Тату, ты ж під ялинку ти знайшла. Дідусь Мороз, мабуть, приніс. Все дарит не Дед Мороз, а тату. А Дед Мороз много тебе подарков подарил? Ну, конечно. Ну, конечно. Сосина их не запомнятала. Какая там ялинка, видишь? Видишь, какая ялинка? Да, еще же нет, мы еще к ней идем. Нам сказали наши клиенты, знаете, нам рассказали, что это главная ялинка. Ясненько. Какая здесь красота! А еще волшебный снег идет. Юля, ты знаешь, что мы в сказку попали? Да? Смотри, снег какой сказочный падает. А я вижу, какой снег. Вон музей Шевченко. Какая красота! В любое время года здесь могила Шевченко. Да? Да ты что? Зона есть, елки нет. С 9 до 4. Просто выходные, 8 числа все на работу выйдут. Бабушку Любку обзинаем, бегом, бегом, бегом. О, подружка моя, Кашанина. Это ты мой папа, тата, ты моя мама. А это моя подружка Люба. Снег. Молодец, баба Люба. Молодец. А что еще сказать? Сказать лис. Лес. Лис. Древо красивое. Мне тут нравится. Нравится тебе? Да. Ух ты. Да, тут тебе тоже тут нравится. Да, тоже гарно. Ага. Что ты видишь, Юля? Мне тоже тут нравится. Нравится, конечно, всем. А что ты здесь видишь? Я вижу снег, древо, море. Море? Дорогу. Днепр это.
Речка Днепр, а вот море там, ну его не видно. Мне тоже видно. А видно тебе, да, хорошо. Вот пришли на елочку, а сказали закрыто, завтра приедут все, будет музей открыт. Ну завтра приедем, значит, что делать. Удачный день сегодня. Да, снег смотри какой волшебный, да? Да, очень красивая погода. Зима радует своим. Дара. Up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time we'll be chillin' and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter if it's Christmas. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling.